Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь на фестивале фейерверков, как можете видеть. Здесь и с этой стороны идет, и с той стороны пускают. Сейчас октябрь месяц, это последний завершающий фестиваль фейерверков в 2019 году, поэтому здесь вот собралось достаточно большое количество народа на Томагаве. И очень много людей хотят посмотреть на это, но пока что так себе, не очень. Бывает, иногда запускает хорошо. Ну, немного расскажу про эти фейерверки. На самом деле, они очень часто бывают летом. Это ханаби сезон, когда идет 7-8 месяц. Но в осенью обычно нету. О, запускают. И быстрые. Вот, поэтому осенью, так как это событие достаточно редкое, многие люди приходят посмотреть. Ну, неплохо тогда. По времени он идет примерно около часа-полтора. Вечером после 6, где-то с 6:30. Там вот с моста, конечно, хорошо видно, я думаю. Можно было бы на мост поднять. Но там машины тогда будут ездить, будут мешать немного там снимать. В целом, фестивалей в Японии летом и осенью достаточно много, поэтому если у вас есть желание посетить, обязательно приходите, посетите в Токио или там в больших городах часто проводят фестивали, но в том числе и косплей, там аниме, Токио Гейм Шоу, или же вот такие фейерверки, там же танцы, потом ханами вот весной будет, то есть любование цветами, там сакурой, потом ханаби также, это вот фейерверки как раз летом, там сколько их там много. Да, достаточно слабенько так запустили. А вот пойдем пока посмотрим, что там на той стороне. На той стороне тоже идет небольшой фейерверк. Но тоже быстро заканчивается. Вот и так, надо пойти сюда. Дайте, наверное. О, как рвануло. Ну, немного расскажу в перерывах про культуру вообще в Японии, то, что касается вот всяких праздников и фестивалей, но практически большинство японцев стараются посетить хотя бы один или несколько фестивалей. Это лишний повод собраться с друзьями. И я бы рекомендовал вам тоже, если вы приезжаете в Японию с друзьями или с родственниками, или сами по себе, ну, конечно, сходить, посмотреть хотя бы. Оно того стоит. Это интересное событие. И достаточно все красиво выглядит. Японцы стараются надевать кимоно.
мероприятия, в основном, когда тепло, старается ходить в кимоно на мероприятия и юкаты, если там мужские. Интересные, конечно, фейерверки в Японии, много разнообразных, то есть шаров, то есть они на этом деньги не экономят, как оказывается, то есть гуляют так на все. Вибрация так идет от взрывов. А теперь с той стороны. Но там тоже закончилось. А нет, есть немного еще. Вон там низко, правда, это все. Слабовато, да. Так неплохо. Вот какие-то ракеты там, зенитки начали стрелять. А людям удобно, прямо из этого, из балконов смотрим, там из окон. Вот это интересно. Да. Нам бы, конечно, вот куда-нибудь на балкончик бы подняться или на лестницу, было бы круто. Ну, а так тоже ничего. Так вот, значит, что касается этих фестивалей. Я думаю, здесь уже скоро закончится, вот люди начинают расходиться. В целом, мы сюда приехали чуть-чуть, просто запоздали. В целом, мне понравился достаточно этот фестиваль. Очень красиво все. На той стороне реки там есть палатки и зоны, где вы можете пикник сделать. Многие приезжают заранее, там занимают места и прям в пикник там устраивают себе с друзьями, там отмечают, там как вот ну, у нас принято там, да, на природе, вот так же здесь они отмечают очень хорошо, так, в принципе. Многие встречаются здесь после долгой работы или после летних каникул, обсуждают, что поменялось, какие у них там появились новости. В целом, я скажу так, что японские праздники – это
вещь, которую стоит посетить в любом случае, в любом городе, где бы вы ни находились в Японии. Если вы услышали или увидели, что там будет японский праздник, рекомендую вам обязательно посетить его. Ну вот и все, что я хотел сегодня рассказать и показать. С вами был Дэн. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. Да, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео о Японии. Ну все, всего доброго, всем пока.